Ответить на вопрос, каким может быть портрет. Принять участие в мастер-классах по фотографии или стать моделью для фотохудожника можно в рамках открывшейся в художественной галерее выставки. Подробности у Екатерины Дятловской. Почувствовать себя новорожденным ребенком, окунуться в атмосферу 19 века и пронаблюдать широкий спектр человеческих эмоций можно в художественной галерее, ведь здесь открылась фотовыставка «Портрет». Портрет. Почему? Потому что наиболее сложный жанр, когда человек раскрывается через другого человека, и посредником выступает фотокамера. Проект объединил 6 фотохудожников. Большинство работ – черно-белые. По мнению авторов, такая гамма делает работы более выразительными. Но есть и цветные фото. Это, например, репортажная съемка «Гараж» от Вячеслава Ленькова. Фотограф трижды приходил в мастерскую, дважды получал отказ и только на третий раз провел на площадке весь день, снимая процесс ремонта автомобилей. В объектив камеры Екатерины Сенченко попала история одного момента, из которой родилась серия детства. Смотря на эти работы, невольно вспоминая, как здорово было в детстве гонять ни в чем не повинных голубей. Руководитель Лобнинского фотоклуба Сергей Масевнин представил на выставке серию «Эмоции». Фотосъемка проводилась совместно с театральной студией Игоря Фомина. Эти фотографии – пример студийного портрета. Фотограф Мария Быстрова, которая взяла на себя и роль куратора выставки, вынесла на суд зрителей серию с английским названием. Мой проект, который называется «In another decade, rock and roll will be art». Это слова в дневниках Патти Смит. Она для меня некоторый символ такой открытости, свободы, того, что ты занимаешься тем, что тебе близко. Игорю Ломоносову принадлежат сразу 5 серий, представленных на выставке. Собравшиеся на открытии гости все как один немного пугались его серии «Головы», которая показывает, как видит младенец в первые 3 недели жизни. В последнее время как-то стали изменяться стандарты к фотографиям. Народ уже насытился фотографиями, которые снимаются в типичных условиях фотостудии. Им что-то хочется нового, нестандартного. Очень впечатляюще, необычно, нестандартно. Все работы разных фотохудожников говорящие. Говорящие по эмоциям, по оформлению, по стилю. Очень интересно. Еще одной частью выставки стала фототехника. Центральное место занимает фотоувеличитель, без которого не обходился ни один фотограф. Помимо показа экспозиции, предусмотрена большая образовательная программа. Гости смогут принять участие в различных мастер-классах по фотографии, поприсутствовать на открытой встрече городского фотоклуба, а также стать моделями для участников проекта. Фотовыставка будет работать с 29 июня по 22 июля. Не забудьте посмотреть и поучаствовать. Екатерина Дятловская, Анна Платова, телекомпания «Лобня».